О, да. Слушай, а ты точно забрал Том Гильгамета из подземелья? Да, и сейчас нам просто нужно доставить его в Алдеркип до заката. О, вот дерьмо, надо поторопиться. А, вот черт. Чё? Тупик. Кажется, нам придется идти в обход. Зачем? Алдеркип в той стороне. Да, но очевидно, что на нашем пути гора или типа того. Ну, да. И что? То, что нам придется обойти ее. Чего? Зачем? Потому что мы не можем забраться на гору, Бен, смотри. Мы не можем забраться на нее. Ну, да, технически ты прав. Мы не можем залезть или пойти по ней. Отлично, тогда я рад, что мы это обсудили. Прости, это ты к чему? Да ни к чему, Бен. Ну ладно, короче, я говорил о том, что мы не можем забраться на нее, так что нужно использовать лошадей. Чего? Нам нужно использовать лошадей! И наши лошади заберутся на утес? Да. Мне кажется, ты не совсем понимаешь, Бен. О, да куда уж мне. Это ответственный утес. Ну ладно бы это была просто скалистая местность или небольшой холм. Тогда бы лошади справились, но это утес. Конечно, если законы гравитации не поменяли. Вообще-то да, они поменяли законы гравитации. Теперь она работает по-другому. Да, верх это низ, ты прав, я не прав. Все крутится вокруг роула. Просто проясним. Ты говоришь, что нужно использовать лошадей, чтобы забраться на вертикальный утес. Да, именно об этом я и говорю. Спасибо, что прояснил. Четвероногие животные, которые должны пересекать равнину и ровный участок. Вытянутые морды, грива, немного шерсти, это про забраться на утес. Да, мы об одном и том же. Типа под углом 90 градусов. Да, Роуан, наседлаем лошадей, залезем на утес. Ну ладно, Бен, в этом точно есть смысл. Отлично, ништяк. Теперь мы оба все понимаем. Мы оба знаем, что нам нужно делать. Хочешь просто болтать об этом, или может мы наконец-то... Седлаем лошадей, чтобы забраться на них на этот ебучий утес. Знаешь что, Бен, седлаем лошадей. Давай докажем, что ты не прав, и обойдем утес. Отлично. Великолепно. Класс. Класс. Вперед. Воу. Ой, Роуан, а что происходит? Как? Неужели все именно так, как я и сказал, Роуан? Тише, дружок, тише, дружок. Воу, 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 воу. Воу. Признаю, это немного странно. Но ведь работает, разве нет? Что за хуйня? Перевел Кил Кирсон, озвучено, как всегда, в странном местечке. Не забывайте подписываться на авторов оригинального контента Viva La Dirt League. Кнопка подписаться на их канал на экране. Про нас тоже не забывайте. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был, как всегда, я, ваш Капрал Натурал. До новых встреч.